Всем привет, дорогие друзья, с вами Фликер, и вы находитесь на игровом канале Mobile Gamer, ну или мобильный геймер, кому как удобно. Сегодня мы продолжаем играть в игру Dead Effect 2, и у нас сейчас третья миссия. Итак, мы снова встречаемся с Донейтой, или как ее лучше назвать, я не знаю, снова нужно ее полапать. Congratulations. You've done well. Поздравляем, ты молодец. He's already trying to make himself useful. He's repairing the holomap of the ship now. He's got something for you. Go talk to him later. Давайте следующую миссию. Minikin needs a hand with the holomap. Could you help him? Minikin needs a hand with the holomap. Could you help him? The adrenaline surge. Короче, что-то она нас просто так не хочет отпускать, нужно обязательно с ней поболтать. Minikin needs a hand with the holomap. Could you help him? Кому-то нужно помочь. Давайте попробуем обновиться. Попробуем новые способности открыть. Upgrade. И давайте вот... Ух. Ага. Так, думаю, достаточно. По две пока обновим. Так, back... Что тут у нас? Кстати, нужно будет обязательно попробовать свою новую способность. Так. Ну-ка тут что? Оружие. Давайте вот это вот еще апгрейдим. Эх. У вас не хватает кристаллов. Ну ладно. Давайте дальше поболтаем с ней. Minikin needs a hand with the holomap. Could you help him? Кому тут нужно помочь? Ага. Черт. Непонятно. А, вот он. Наш чувак в красных труселях. Minikin, Gunner, welcome. Here, this gun. You take. Опа. The best, Minikin, how about you take... Ты мне дал крутое оружие? Обалдеть. Наконец-то у нас какой-то ствол появился. И что мы с тобой будем делать? Ага. Ух, Раптор. Сколько он стоит? 5000. Не катит. Самурайский меч. О. 3200 как раз хватает, но... Второй уровень. 3600, да? Ну, я бы хотел, конечно, вот такой вот дробовичок. Либо ствол вот такой. Но давайте мы не будем торопиться и покупать сразу ствол. А лучше купить дробовик. Спасибо, чувак, спасибо. Мы с тобой пообщались, но все равно на нем восклицательный знак. Давайте поболтаем с ним. Тебе нужна помощь? Карту нужно закончить и синхронизировать. Короче, тебе нужно куда-то сходить и что-то сделать. К терминалу. Угу. А, ну вот. Ух, это посложнее. Ага, все, отлично. Ну давай, может... Дверь какая-нибудь откроется. Ух ты! Смотрите, какая красотища. Это мы сейчас вот в этом корабле находимся. Классно, классно. Так, теперь мы к ней. Great. Давай следующую миссию. Но давайте поболтаем, поболтаем. Детали миссии.
Опять на меня смотреть. Да что на меня смотреть? Все у меня нормально. Ух ты. Класс, класс. Сложность медиум, средняя. Ну давайте в нее попробуем. Прежде чем начать миссию, мы почти 6 минут потратили. Очень много болтовни, но она предназначена для того, чтобы суть, так скажем, раскрыть, и у игры, чтобы был какой-то сюжет, так что не горячитесь. Опа. Leave the rest of the brain blocked for now. What the fuck? The order said. Stop it. I already told you. Что-то все заново началось. Orders won't apply to this subject. Gunner, follow the light with your eyes. Now to the left. Да понятно, что left. Давай right. Good. Put the whole brain to sleep. Так, надо было, наверное, выбрать третью миссию. Но сейчас мы попробуем выйти и как-то начать все-таки с нее, а не из заново. Stand up. Careful. Go slowly. You're still too weak, but you're gonna make it. Да, я понимаю, что нужно подняться. Oh, no. You're bleeding. Выход. Не эта миссия мне нужна была. Продолжить. Ну, как вам мое, так скажем, прохождение, дорогие друзья? Пишите комментарии, ставьте лайки. Если есть какие-то предложения, я всегда готов их рассмотреть. Итак, вот наша третья миссия должна быть. Снова загрузка. Я понимаю, нас очень мало, буквально 12 подписчиков на моем канале, но я знаю и верю, что вас станет значительно больше, если вы постараетесь. Поделитесь с друзьями моими видео. О, вот это я понимаю, ствол. Наконец-то мы стали посерьезнее. Черт, сколько трупов. Так, нам нужно. Ага. Отлично, так. Что-то тут нужно, я так полагаю, соединить, чтобы у нас все совпало. А, понятно. Нужно все у нас в середочку сделать. Сейчас все мы сделаем, дорогие друзья. Ну давай быстрее как-нибудь. О, отлично. Все. Дверь открыта. Красиво все как открывается. Везде конечности разбросаны. Сори, 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 я не хотел. Ах ты сволочь! Полегче, полегче!
Yes. You'll have to patch the power line to the train and fire up the generators. Ну чё, куда нам, чувак? Ты так спокойно ходишь, как будто вообще тут ни монстров, ни убийц, летающих нету. В труселях ты быстрее бегал, видимо, было холодно, и ты хотел как-то согреться. Ты только давай не серчай на меня. И? Какой же ты медленный. Ну, ускорься уже как-нибудь. Так. Ага. Мне нужно было идти на другой конец. Что-то мы открыли, что-то посмотрели. Ага. Здесь у нас всякие интересные штуки, и у нас есть шкафчик. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Бабосы. Давайте копить на дробовик. Да иду я к тебе, чувак. Поэтому ты такой медленный был, да? О, сейчас мы постреляем из нормального оружия. И? Слышь, ты может что-нибудь активируешь, а? Так, ладно. Будем искать. Где у нас тут активируется генератор для этой пушки? Что-то большое, по-моему, сюда идет. Черт, звучит очень страшно. Ах ты сволочь! Ничего, я особо не успел пострелять даже из этой пушки. Так, активируйте генератор. Где он находится у нас? Где-нибудь здесь? Это наш шкафчик, где у нас патроны и бабло. Такс. Ну, видимо, он где-то у нас внизу здесь. Угу. Я так думаю, что он здесь. Угу. У нас мало времени. Убирайся отсюда. Валим, валим.
Так, ага, вот теперь нам нужно подняться туда. Куда? Черт! Твари! Сейчас завалят меня! Не позволю! Да, в шутерах, конечно, не совсем удобно стрелять, потому что прицел вообще в хлам сбит. Черт, мне нужна аптечка какая-нибудь. Так, все, я так полагаю, у нас закончена здесь миссия. Блин, мне нужно где-то подлечиться. Надо подлечиться. Черт, сволочи. Помяли меня немножко. Че, куда идти-то? Ага, вижу тебя. What the fuck? Что за фигня, я не понял. Этот чел меня застрелил. Что за подстава? Вот это интересно, дорогие друзья. Очень интересно. Давайте выберем маску. Итак. Вот как-то закончилась миссия, совсем непредсказуемо. Не ожидал, что этот чувак меня просто возьмет и застрелит. Поэтому я решил все-таки из снаряжения купить себе или взять себе шлем. Добро пожаловать обратно. Классно. А у меня оружие что, теперь не осталось? Да пошел ты, блин. Здесь я не могу ничего тронуть, здесь тоже. А, я не туда пошел. А, нет, все правильно. Слышь ты, что произошло-то? С какого фига меня застрелили? Где этот? Я ему фейс набью. Ну и чё, мне кто-нибудь что-нибудь объяснит, а? Nice little lab, don't you think? I even have a complete tool set. What is the power armor? Welcome in my lab. We from your right now. I used to work. Итак, что ты мне можешь предложить, а? Так. Бонус шоп. И что? Так, если я куплю это, то я не куплю себе дробач. Ну давай. Купить.
Давайте самое крутое возьмем, что он предлагает. И вот это. О. Чтобы я был вообще прокачан. Угу. Перчаточки тут есть симпатичные. Ну давайте ножки возьмем. Бабосики-то у меня закончились. Ну спасибо, чувак. Я понял, чем ты занимаешься. Че ты, я себе глаза могу купить, что ли? О, глаза и мозги. Давайте черепушку возьмем себе. Крутую. Да все, спасибо, давай дальше еще поговорим. Дед-эффект. Ридинзизе. Жесть. Не нравится мне просто его акцент. Давай. Слышь, ты че здесь стоишь? Так, я тебе фейс хочу набить. Так, do you need help? Practice your weapons and abilities first. Короче, иди на четвертую миссию. Ну а четвертую миссию, друзья, мы посмотрим в следующем видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте писать комментарии, как вам мои обзоры. Всем до встречи, пока-пока!